В округе завершается строительство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Его возводят на перегоне между станцией Люберцы-1 и платформой Ухтомская. Когда по переходу пройдут первые пешеходы, узнали мои коллеги. Пролетное строение моста полностью возведено. Строители приступили к отделочным работам. Выполняют кладку кирпича, прокладывают освещение, оштукатуривают стены. На финальной стадии – остекление перехода. Бетонные работы все завершены, фактически кирпичная кладка. Здесь уже на стадии завершения, там только начали уже, ну, работы идут полным ходом. Покрытие сделать на пролетном строении, на башнях. Вот. Ну, я думаю, штукатурку мы закончим в июле месяце. Подходит к завершению и устройство лифтовых шахт. В августе приступит к монтажу лифта. Его установка позволит беспрепятственно подниматься на мост маломобильным группам населения, пешеходам с детьми и велосипедистам. Наверное, самое популярное место перехода, несанкционированного. На этом месте был достаточно серьезный травматизм у нашего населения. Андрей Юрьевич лично подключился к этому проекту. Были выделены средства правительства Московской области, за что мы говорим огромное спасибо губернатору. И вот этот объект в кратчайшие сроки, фактически за полгода с нуля возводится. Открытие наземного пешеходного перехода запланировано на середину августа. Это будет очередной подарок жителям ко дню города. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.